Недвижимость в Турции. Paradise Alanya. Я вас приветствую. Меня зовут Агаси. Итак, дорогие зрители, я хочу снять несколько роликов в Махмутларе, чтобы вы сравнивали в новом году цены, что изменится, что не изменится, в других районах, где открыто для ВНЖ. Это у нас как бы квартира под ключ. Где-то есть дизайн. Новая бытовая техника. Мебель новая. Высокий этаж, этаж где-то не крайне, но 10-11. Здесь у нас вид на горы, сторона западная. Здесь что-то строится, где-то так вид закроется у вас, а туда останется вид, тот край. До моря максимум 230 метров. Зеленая. Кресло, диван. Там улица Барбаросса. 1, 2, 3, 4, 5 зданий. И проход к морю. И здесь можно пройтись, и оттуда можно пройтись. Есть вся инфраструктура для жизни. Хорошая локация. Именно это почти... не конец Махмутлара, до конца Махмутлара есть где-то 700-800 метров. Здесь у нас прихожая. Квадратный метр тут минимум 52, вся полезная площадь. Минимум 52-55, даже так скажу. 55. Потому что спальня большая, просторная. Для меня это просторно. Я видел 9 квадратных метров в спальне. Так что в Алании, в новостройках, проект был сдан в 2015 году. А редко кто так уже тогда уже строил. Уже было 10-11 квадратных метров в спальне. А тут есть как минимум 13,5 даже. Кондиционер бэка новая, инверторная. И здесь санузел. Тоже не маленький, нормальный санузел. Сек у нас стиральная машинка. Так что я скажу сразу цены. Цена 131 500 евро у этой квартиры. А потом, когда сниму в открытых районах, тоже сравните цены. Там тоже старые постройки в этих ценах. Новостройки вообще нет в таком диапазоне цен. Открытый бассейн внизу. Спущусь. Не закрываем ролик. Ставим лайки, комментируем и подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Коридорчик, две квартиры, четыре квартиры на этаже. Сейчас вызовем лифт. Все детали покажу, чтобы видели. Вышел я вниз. Там что у нас? Кладовка. Вот такие лесенки. В этой стороне бассейн. Ухоженная территория. Даже крытый бассейн есть. Надеюсь, относится к этому проекту. Или это отражение? Да, открытая парковка. Фитнес, скрытый бассейн. Может, сауна внизу есть? Я не увидел, но редко кто пользуется сауной. Без массажиста сауна сложна. Все, всем пока-пока.